Зарегистрировано сегодня 19 депутатов. Последнее до начала осенней сессии заседание Магаданской областной думы прошло сегодня. Начали с обсуждения бюджета региона. В конце июня стало известно, что его дефицит достигает 14% от объема доходов. Колыма ушла в минус на 3 миллиарда рублей. Произошло это не в одночасье. Несколько лет копились долги перед ресурсоснабжающими организациями и учреждениями здравоохранения. Депутаты проголосовали за внесение изменений в закон о бюджете. Для исправления ситуации на первых порах регион возьмет кредиты. Но этот факт не означает того, что мы должны прекратить финансирование объектов здравоохранения, значит, должны прекратить выплаты зарплаты. Значит, мы должны решать вопросы, что делать с закредитованностью, найти пути решения, еще раз хотел бы на это акцентировать внимание. Но при этом надо сделать так, чтобы люди не почувствовали, что проблемы, с которыми мы не могли справиться или не можем справиться, отражаются на их уровне жизни. Перед уходом на каникулы депутаты областной думы одобрили увеличение финансирования на реконструкцию здания на Карла Маркса 67В под детский сад. Также внесены изменения в закон о межбюджетных отношениях. Городские округа денежные поощрения за успехи в благоустройстве теперь могут направлять на модернизацию объектов ЖКХ. В этом году Хасынский городской округ получил 5 миллионов рублей, Магадан – 3 миллиона, Тинькинский округ – 2 миллиона.